Как думаешь, сколько их здесь будет, когда ты откроешь свою академию? Столько, сколько смогу принять. Возможно, больше. Знаешь, однажды власть поймет, как ей повезло, что профессор Икс на ее стороне. Да. Полагаю, теперь я настоящий профессор. Надеюсь, я не скоро облысею. Мы на стороне правительства, Мойра. Мы агенты. Только непризнанные. Да? Но у тебя есть команда. Это лучше. Вы... люди Икс. Да. Это здорово. Мойра, для нас анонимность — это первая линия обороны. Знаю. Они могут угрожать сколько угодно, Чарльз. Я не скажу им, где ты. Никогда. Я знаю это. Знаю. Я плохо помню, что случилось. Нас всех куда-то везли. А сегодня я очнулась дома. И все. Значит, все стерлось из твоей памяти. Исчезло. Это сделал он, ты ничего не помнишь? Только какие-то фрагменты, как деревья, солнце, поцелуй. О, боже. Господа, вот поэтому ЦРУ — это не место для женщин. Что это было? У нас были разногласия. Где твой друг-телепат? Исчез. Признаюсь честно, оставив брешь в моей жизни. Надеялся, что ты заполнишь ее. Идем с нами. Эрик, я полагаю. Я предпочитаю Магнито.